И о спорте. Новый вызов и новая мотивация. Трехкратный чемпион мира по боксу Магомед Расул-Меджидов покоряет профессиональный ринг. 34-летний спортсмен готовится к очередному поединку, который пройдет в США. Какие цели ставит перед собой тяжеловес из Махачкалы, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Работа на лапах, эти серии ударов уже доведены до автоматизма. Магомед Расул-Меджидов начал подготовку к очередному поединку. Пока тренировки проходят в родном зале спортшколы имени Садулаева. В начале марта 34-летний тяжеловес планирует выступить на вечере бокса в США. Имя соперника пока неизвестно, но Меджидов готов к любым вызовам. Я вообще начал, 19 лет начал вообще боксом заниматься. Вообще, можно сказать, большим спортом заниматься. 19 лет начал. Я, можно сказать, в расцвете сил сейчас нахожусь. Я никуда не опаздываю, что мне важно на самом имя соперника, чтобы соперник был с именем, уже именитый соперник. Мне разницы нет, с любым, я хоть с чемпионом сейчас готовлю драться. Магомед Расул трижды становился чемпионом мира, был призером Олимпиады. В 2018-м решил пробиться в элиту профессионального бокса и одержал уже 3 победы нокаутом. Есть цель подняться в рейтинге и даже дать реванш одной из главных звезд мирового бокса, британцу Энтони Джошуа. Махачкалинец выигрывал у обладателя 3 чемпионских титулов в 2011 году, отправив по ходу боя соперника в нокдаун. И он озвучивал, что хотел бы со мной подраться и завершил этот момент, как бы пробил свою историю. Мне это очень было радостно. Я все время стремлюсь с ним боксировать, с ним и с таким же, как он, который наверх вышел. Они все, которых я выигрывал раньше по любителям, они дошли туда и там гремят. А ты жалеешь об этом? Я жалею о том, что я раньше не перешел по профи. Трудолюбие и страстное желание быть первым всегда отличали Меджидова от его сверстников, говорит тренер Гаджимурат Газиев. Впервые в зал бокса выходец из Акушинского района пришел в зрелом по спортивным меркам возрасте 19 лет. Наставник уверен, что и сейчас боксер полон сил, чтобы добраться до вершины мирового рейтинга. Он был чемпион Дагестана по народным, национальным видам спорта. Бросание камней, ядра, и физически очень такой одаренный был. И начали с ним работать, и потихоньку он очень такой трудолюбивый. Все, что говоришь, он слушал и впитывал сразу. В течение, я не помню точно, 2-3 года он занимался, он стал чемпионом Дагестана. Там в профессиональном боксе чуть полегче, там потому что ты заранее знаешь, с кем боксируешь, на этого соперника готовишься, и у тебя спокойно есть время готовиться. Первый этап подготовки Магомеда Расул-Меджидова к бою продлится еще 2 недели, после чего он планирует отправиться на сборы в подмосковный Чехов, где большая часть тренировок пройдет в спаррингах с титулованными российскими боксерами. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.